Сегодня в Адыгехабльском районе чествовали представители благородной и очень важной профессии. В честь объявленного президентом России года педагога и наставника в районном дворце культуры отметили труд людей, которые на протяжении десятилетий дают знания подрастающему поколению. Подробности у Артура Мхце. Во Дворце культуры звучит гимн России, который напевает весь зал. Так, в Адыгехабльском районе торжественно открыли объявленный главой государства год педагога и наставника. В зале, помимо почетных гостей, в том числе представители династий, которые на протяжении десятилетий помогают подрастающим поколениям строить фундамент для своего будущего. Учитель математики в средней школе Аулова Кожили Фаризат Бекижева имеет за плечами 43 года педагогического стажа, а общее время, отданное ею и близкими родственниками преподавательской деятельности, составляет 330 лет. Главное в работе учителя – это огромная любовь к детям. Если человек случайно попадает в нашу профессию, он никогда не даст нужные знания, никогда не найдет общий язык с детьми. Каждому, кто находился в этот день в зале, есть чем поделиться с воспитанниками. Евгения Матакаева занимается педагогической деятельностью с 1978 года. Она считает, что только через собственную любовь к профессии можно научить и детей также относиться к предмету. Тем более, что любые знания не будут лишними. У меня была учительница немецкого языка. Я ее очень любила, очень хорошая. Вот поэтому я полюбила немецкий язык, и до сих пор, работая, я так и не разочаровалась в этом языке. И дети любят, очень много детей сейчас изучают у нас немецкий язык, с удовольствием они изучают. Пожелания новых профессиональных успехов от руководителей регионального министерства образования и районной администрации. Заслуженные награды и музыкальные поздравления творческих коллективов. Таким праздничным, радующим глаз и слух стало открытие в Адыгехабле года педагога и наставника. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгехабльский район.